Всем привет! Если у тебя каре, это еще не повод не делать красивые прически. Сегодня я покажу тебе, как сделать очень красивую прическу для коротких волос. Выбери от прямого пробора с одной стороны 3 небольшие прядочки. Крайнюю левую занеси под центральную, крайнюю правую под центральную. Крайней левой добавь небольшую прядку волос и вместе их занеси под центральную прядь. Теперь крайней правой прядки добавь тоже прядочку волос и занеси их вместе под центральную прядь. Снова крайней левой пряди добавь небольшую прядку волос и вместе их занеси под центральную прядь. Далее к крайней правой прядке добавь небольшую прядь волос и вместе их занеси под центральную прядь. Далее продолжай плести косичку до самого конца. И на конце завяжи тоненькой силиконовой резиночкой. Она будет очень крепко держать даже короткие волосы. Кстати, такая прическа отлично смотрится и на длинных волосах. На длинных можно будет две косички совместить сзади. И да, теперь с другой стороны от пробора плетем точно такую же вывернутую косичку. Не забудь завязать резиночкой. Возьми простую невидимку, отведи косичку слегка назад и приколи ее невидимкой сзади. То же самое сделай с другой косичкой. Вот такая замечательная, очень красивая и нежная прическа для коротких волос у нас получилась. Напиши в комментарии, делаешь ли ты какие-то прически, если у тебя короткие волосы. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш с Тёрком канал.